Всем привет, друзья! Меня зовут Вилли, вы на канале BitRider. Итак, сегодня я хочу сделать обзорчик вот на эту небольшую канистрочку, которую я получил от своего товарища из России по совместительству подписчика. То есть эта канистрочка чисто для воды, чтобы с собой на дальняк потом можно было брать на 5 литров. Так вот, сейчас я просто вышел на улицу, хочу померить, как она будет смотреться на моем мотоцикле. Ну и вообще, по вопросам крепления я еще не определился. Ну, пока так, что приблизительно знаю. Потому что вот в этом сезоне я катался, да, и я заметил следующее, что вода — это очень адски важно, потому что это вся твоя автономность зависит от воды. Я когда по островам ездил, у меня тупо кончилась вода, и уже настроение было совсем другое. Поэтому я прервал поездку. Ну вот, конечно, были еще и другие факторы, почему я прервал поездку, но, опять же, это тоже сыграло свою роль. Канистра мне пришла из России, да, как я уже упоминал, стоила она 850 рублей, весит она где-то там что-то порядка около 900 грамм, ну, в принципе, нормально для мотоцикла. Давайте сейчас посмотрим, как она будет смотреться. А, вот мой мотоцикл здесь. Я его упаковываю такой простой луисовской накидкой. Единственный минус этой накидки — она не дышит. И вот немного влаги, будет сухо, надо будет все просушить, даже накидку. А то он, видите, на сиденье тоже немножко воды. Ой, бляха, муха, писец. Все мокро, не, нафиг, надо снять и просушить это все. Как она вообще там оказалась, непонятно. Ладно. Короче, жесть. Это просто накидка мокрая изнутри. Ладно, потом высохнет. Сейчас не до этого. Ладно, ребята, вот, в принципе, как я ее планирую крепить. Наверное, скорее всего, вот таким вот образом. В принципе, она очень неплохо помещается на сиденье второго номера. Да, в принципе, через эту дырку можно будет продеть ее как-нибудь ремнями здесь и закрепить непосредственно к сидушке. Что-нибудь придумать или взять какие-нибудь ремешки такими с липучками, прям под сиденьем их продеть, да, вот так вот опять вытащить и как-нибудь их пап-пап зафиксировать. Но это надо подумать, покумекать, как лучше это все можно реализовать. Ну, в принципе, смотрится очень даже неплохо, если будет сзади у меня всегда с собой 5 литров. Заказал себе опять же палатку одноместную, трекинговую, то есть она весит порядка что-то 800 граммов вместе, двухслойная, одноместная. Потом заказал спальник себе тоже летний, тоже весит там 250 грамм, что ли. Скоро мне придет это все дело из Новой Зеландии, я думаю, может быть, сделаю потом обзорчик. Ну, опять же, лучше делать обзоры, когда попользуешься тем или иным продуктом. Ну, может быть, сделаю распаковку, по крайней мере, спальный мешок, покажу вам, что такое. Так, ну, в общем-то, собственно, все, что я хотел показать. В принципе, да, можно бы еще найти какие-нибудь крепления, да, и вот сюда было бы вообще тоже классно, если бы можно было как-то крепить воду. Ну, это, опять же, все нюансы. Скорее всего, я придумаю что-нибудь сюда. Если есть какие-то у вас наработки или мысли вообще, как это можно красиво сделать, пишите в комментариях, делитесь соображениями, ребята. Ну, пока вот мне единственное, что в голову приходит, это, я говорю, взять, купить ремешки такие с липучками, просто под сиденьем их прокласть, вот так вот положить, отсюда их вытянуть как-нибудь и залеплять. Ну, это, опять же, нюансы, можно покумекать, чтобы никуда вода не делась. Ладно, друзья, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, дизлайки, пишите свои комментарии. Ну, а с вами был я, Вилли. До новых встреч. Увидимся в следующем видосе.